І разом з чаканим поцяпленнем старт летняга музычна-турыстычнага сезона ў верхнім горадзе Мінска. Ужо ў гэту нядзелю 30 красавіка свята беларускай культуры вытокі. Каларытную творчасць, як музычную, так і рамесніцкую, прапануюць адразу некалькі пляцовак. Як жа не прапусціць майстар-класы па народных песнях і што прапануе кірмаш рамеснікаў? З анонсам свята Александра Драгун. Больш за 20 гадоў Алла Аўсяннікава пераплятае саламяныя прамяні ў падвясных павукоў, каларытныя галаўныя ўборы і дэкаратыўны посуд. Жанчына ўручную нарыхтоўвае сцяблінкі каласоў, авёс для аплікацыі, жыта для масіўных вырабаў. Зараз працуе над серыяй анёлаў для свята беларускай культуры вытокі. Такія вот ангелы, аберегі различныя, вот такія вот. Это і пасуда із саломы, вот она. Такая необыкновенная получается, ее можно использовать, она как декоративная, но можно использовать ее как сухарницу, допустим. Вот, вот такие сувениры, как лошадки, куколки, подковы, это все есть. Аутентичный фестиваль в итоге покуль для столицы у новину. Пройдет он у першиню у опошний день красовика на популярной у минчан и гостей территории верхнего города. Свою творчесть эстрадные выканавцы, хореографичные коллективы и народные умельцы будут демонстрировать одразу на нескольких пляцовках. Головная концертная сцена разместится на площади Свободы. Учить белорусским народным песням и знакомиться с разностайными техниками выканания будут у каретным дворуку. А кермаш рамесников растягнется по старожитных вулочках верхнего города. У эту неделю у столицы сберутся народные умельцы из усёй краины. Больше за два десятки рамесников объединяет фестиваль в итоге. Предметы декору и быту соломки и лозы, глиняный посуд, вырабы со скуры, музычные инструменты с древа. Кермаш быцемтая экскурсия, расскажет глядачам об традиционных техниках и рамёствах продков. А с милогучным фольклором на вытоках познакомить меломанов ансамбли «Терница», «Неруш» и «Хорошки». Оркестровая группа у складе амаль двух десятков музыкантов на свежем поветре будет выконывать 4-годинную программу, безумовно, у национальном стиле с колоритным гучанием. Будут диатонические цимбалы, ряд духовых инструментов интересных, дуда, чарот. Жалейки. Над визуальной часткой «Хорошек» працуют тут, у хореографичной зале. Артисты оточивают не только элементы танцевальных номеров. На репетиционном паркете узнавили померы уличной сцены, якая будет в разы меньше за звыклую. Для коллектива у больше чем 60 человек. Задача очень сложная. Это 4 часовых программы. И мы, конечно, старались, работали над этим. Каждое отделение оно будет особое. Завершить фестиваль белорусской культуры о 22-й године. Развитальный аккорд колоритного свята прогучить от ансамбля «Хорошки». Але не до наступного года. Сёлета вытоками почнуть сезон музычных вечеров у верхнем городе. Александр Драгун и Дмитрий Чумак. Агентство «Теленовин».